обеспечение и внешний вид медреформы. В регионе реализуют проекты амбулаторных помещений. Сейчас они находятся в плачевном состоянии. По оценкам экспертов, ремонт имеющихся обойдется дороже, чем строительство новых. В Минрегионе мы будем утверждать план строительства. После того, как мы утверждаем, фактически вы можете уже реализовывать проекты. Мы для того, чтобы эффективно можно было строить, разработали типовые решения, типовые планы проектов и выложили в такой документ, как техничные вымоги до створения объектов будинництва. Прописали и алгоритм этапов реализации проектов. Так руководители центров первичной медицины могут подавать свои проекты в соответствии с едиными требованиями. В частности, амбулаторные объекты должны быть в одном стиле и одинаковы по качеству услуг.